Они внизу? Да, okay. Да, они все, 3 минуты. Друзья, что я хотел рассказать? У меня достаточно сложные отношения с родителями. Я вот прилетел с Бали уже, наверное, как более чем полгода. И до сих пор я не видел своего отца, хотя он живет в 15 минутах просто от моего дома. Я виделся 2 раза с мамой. Сын, я так себе. И на протяжении всего вот этого времени, пока мы строили этот ресторан, я даже им не рассказывал вообще про это. Я хотел сделать сюрприз. Сейчас тот знаменательный момент, когда я их позвал, они даже не знают, куда они едут, как вы поняли. И мы посмотрим на их реакцию. Я очень надеюсь, что им понравится. Я уверен в этом. Алишер, познакомим тебя с родителями? Это самый популярный музыкант Алишер. Нашей страны. Очень приятно, Алишер. Очень приятно, папа, я вас мама. Знаю. Я смотрю за вашими. Да? Соболезную. Да. Шучу. Что ж, добро пожаловать. Дима, вы не знакомы, ни разу не виделись. Вы увидели Диму Гречко. Да, Дима увидели. Диму узнаю. Мы с ним подарок покупали тебе. А, точно. В общем, все вот это время, пока я тебе говорил, я занят и так далее, мы со Стефаном и с многоуважаемым музыкантом Алишером, мы построили ресторан, это наш ресторан. И все, что вот вы здесь видите, придумали мы со Стефаном. Все вообще. Здесь были голые стены и купол, и все. Вот здесь сейчас будут все самые популярные люди России. Вот все, что по телевизору в России происходит, вы сегодня здесь соберетесь. Куда-нибудь в угол попасть? Не, это мой самый любимый стол. Вот это. Да, мы здесь всегда. Я, Эльгар и Стефан, мы сидим всегда вот за этим столом и работаем. У меня нету моего места, я с вами буду кушать. Я соскучился по вам. Это, ребят, чтобы вы понимали, проекция идеального сына. То есть вот стоит здесь сын, который типа молчит, и он: я соскучился по вам, я с вами покушаю. Вообще я должен... У которого есть жена, дети, семья, который купил квартиру. Ты можешь не приходить сюда, когда я здесь стою, потому что на фоне тебя я прям вообще идеальный сын, супер.